Так, да, высокий прибой. Но мы к нему придем. У нас есть рожденная Луной и королева за 30 дней. Да? Ну давайте, к высокому прибою мы еще вернемся. Но сейчас мы пройдем четвертую серию. К нам там пришел вампир, которого мы встретили на вечеринке у Бенни. Данте Алигьери, лол. Давайте поздороваемся с ним. И может он нам что-то интересненькое расскажет. Да-да-да. Привет, Данте. Ну, Деннис точно. А вот теперь давайте Гуэра, Гурая. Данте Гурая как-то по-тупому звучит, значит Данте Гуэра. О, как он улыбнулся. Давайте скажем, угадал, да-да-да. Спасибо, спасибо. Давайте уточним, зачем ему помогать Мии. Чё, Данте пришел? О, здрасте. Нихуя себе. Ага, да-да-да, я тоже помню. Рванули! Рванули, 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 рванули. Ну уж нет, спрашивать, как живут вампиры.
смысле? Ёб твою мать. Ёбшу идти. Ох ты, божечки, это... То есть я правильно понимаю, хотя... Ребятки, 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 это слишком дорого, слишком дорого, слишком дорого. 29 алмазов. Ну, в принципе, до декабря-то я еще подкоплю. Взять, что ли, вот это золотое? Блин, 29 алмазов. Ладно, бы хотя бы 15. Но раз он говорил, что это на что-то повлияет. Блядь, ну 29 алмазов. Ну ладно, утешь себя тем, что за 2 недели я еще подзаработаю чуть-чуть алмазиков-то. Блядь, как не хочется тратить. Серьезно? Не, слушайте, на волосы я тратиться не буду. А, так тут... Не-не-не, ребят, все, я уже потратила дохуища алмазов. Пиздос. Давайте будем честными, скажем, идите нахуй.
Пошли. Ты всегда в этом ходишь, что ли? Да уж, кто знал-то? Слушайте, я не буду тратить алмазы. В смысле?
Нихуя себе минус Фабьен. Итак, королева за 30 дней. Да, у меня уже пройдена первая серия, но она чисто была вводная. Знакомство с парнем. Потом он испарился. Единственное, что мы знали, что он из Европы. И, в принципе, на этом все. Вот такая вот королева за 30 дней, первый сезон, вторая серия. Она не любит цветы. Не-не-не, я не трачу бриллианты. Мне уже хватило. Веселилась, пока все работают. Да так никто королеву не выберет. Занялась большой политикой. Но сейчас короли этим не занимаются, поэтому забота о народе.
Покажите мне этого Марка. С кем это она стала встречаться? Лоли. Она тебе так и сказала, только не с персиковой начинкой. Ну, давайте рыбку. О работе это слишком скучно. Давайте о планах на будущее. Чего, блядь? В смысле? Ну, учитывая, что он как бы флиртовал прямо сейчас с официанткой и не дал и слова вставить матери, он как-то слишком охуел. С топазом? Не с бриллиантом? Давайте подумаем.
Ты же сказала, что придешь в черном платье. Хули ты в джинсах? Нихуя себе ты собственник, конечно. Ты охуел? Ты охуел? Не уверена, потому что он какое-то хамло, блядь. Ну, это точно не чушь собачья. Ну не будет она плакать, хули ты? Ну пока, блядь.
Да, фон красивый. А чё бы не станцевать? Давайте станцуем. Пока история достаточно милая. И пока это и правда романтика, но я знаю, что там в будущем будет какой-то пиздец. Но пока все довольно.